лично знакомого с этим человеком. И в некотором смысле судьба нашей группы пересекалась с этим проектом. Эти ребята выступали на первом мероприятии, которое мы организовали под эгидой Обереговского фестиваля, который назывался «Верфь». И мы были маленькими еще, и о нас никто не знал, и мы пригласили старших, так сказать, более известных музыкантов. И, в общем, мы подумали, кого пригласить, и у нас не было сомнений, на самом деле. Мы сразу остановили свой выбор на этой команде. И поэтому как-то вот сложилось так, что мы общались и в личном режиме, и в творческом. Теперь уже общаемся. Не знаю, играет ли эта команда до сих пор, но многие песни, которые они исполняли, тронули. Поэтому эта песня посвящается этому коллективу и Андрею. «Золотая река».